Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Ларченко, мне 45 лет, и я живу в Томской области, в небольшом районном центре под названием Бокчар. Я занимаюсь сетевым маркетингом уже с 2011 года, имела как успех, так и провалы. Ну а на сегодняшний день хочу с вами поделиться радостью, скажу так. Я присоединилась к программе развития общественной благотворительности «Воли Ворд» называется «Всем миром». 15 марта я присоединилась, и на сегодняшний день уже имею как бы небольшие переводы, хоть небольшие, но это только начало. Вот сегодня как раз утром встала, и у меня пришли переводы. Партнер оплатил активацию аккаунта. И я получила $1 и получила $4 за бизнес-автомат, который он приобрел. Да, вы не ослышались. Именно так в программе имеется бизнес-автомат для партнеров, которые могут купить бизнес-автомат и получать партнеров на автомате. Что же я увидела в этом проекте? Я с этим проектом уже знакома. С 2011 года я наблюдаю за этим проектом, он раньше назывался, правда, по-другому, сейчас, как я уже сказала, это программа общественной благотворительности всем миром. И, конечно же, радует, что есть такая программа, благодарность создателям, потому что здесь мы можем оказать помощь детям на дорогостоящие операции, детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. И мы это делаем раз в год. Мы оплачиваем $105 за $5 за активацию аккаунта, 100 уходят, 50 на благотворительность, и остальные средства распределяются по участникам. Отличная просто система. Дай Бог всем детям здоровья. И пускай ни дети, ни родители не теряют надежду, что всегда есть как бы выход. Так что, друзья, присоединяйтесь к нашему движению и делай добро, как говорится, добро возвращается, сделай то, что, чем можешь гордиться. Я горжусь, что я пришла наконец-то после стольких лет знакомства с этим проектом. Я зашла в этот проект и нисколько не жалею. Так что, друзья, всем успехов, здоровья, процветания. Я сама домохозяйка, мама 4 приемных детей. И, конечно же, хочу, чтобы мои дети были всегда здоровы. И каждый родитель хочет, чтобы были здоровы их дети. И, конечно же, эта программа общественной благотворительности очень нужна, потому что мы оказываем помощь. Помощь больным детям. Всем успехов, здоровья, счастья. Пока-пока.